Великий пост наступил у православных христиан, самый длинный и самый строгий из всех годов. Он продлится 7 недель. Согласно церковному уставу, в эти дни нужно отказаться от пищи животного происхождения и алкоголя. Считается, что в это время верующим стоит задуматься о смысле жизни, больше внимания уделять близким и усердно молиться. Сегодня вот у нас первый день поста, когда люди приступают к этим дням с великим покаянием, молитвенным устроением специальным. Мы постимся не для убиения своей плоти, а для умерщвления или убиения своих страстей. Человек в первую очередь должен с покаянием, с молитвенным особенным настроем приготовить себя, приуготовить себя к встрече самого торжественного, самого главного праздника среди христиан – это воскресение Христова. Завершится Великий пост 1 мая. Именно в этот день православные отметят светлое Христово воскресение.